хоккей здесь любят. И давно здесь такого вот именно на уровне сборных большого праздника не было. Это очень хорошо для местных болельщиков и вообще всего города. Мы в первую очередь смотрим на ребят, кто у нас здесь, как они играют. Смотрим, какие позиции нуждаются в усилении. Смотрим, как играют ребята за океаном. Разговариваем. Это вызов сборную, как раз показать себя, да? Это хороший способ, да, исправить сезон. Прошлый сезон не был удачен для меня. Подводим всех к одному знаменателю по физическому состоянию, по тактическому рисунку. Идет обычная работа, селекционная, тренерская.